Шалом, с вами Светорок, и я продолжаю играть на втором сервере на Мальск РП. В прошлой серии я вас спросил, какие же номера поставить мне на мой Мерседес, который должен стоять здесь, но вместо него стоит какая-то левая БМВ, к тому же еще и открытая. Сейчас машину отгоню, куда-нибудь сюда поставлю, которая еще и даже не в цветах семьи. В основном победил цветной вариант, то есть ставь цветной номер, сказали мне среди цветов. Предпочтение отдавали красному цвету. А что касается самого номера, варианты были разные на самом деле. Мне сказали ставь, мол, решеточка свитерок, так же как у меня стоят решетка крашенинников, сказали ставить решетка свитерок. Я подумал, что решетка свитерок как-то не очень, поэтому я хотел сделать ссылку на канал, посмотрел в правилах ничего по поводу номеров не указано. Так, это, по-моему, синий цвет был у меня. Поставим красный. Но, к сожалению, если так посчитать, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Чисто на один символ у меня не хватает поставить номер. Максимум 20 символов можно, у меня 21, поэтому я немного изменю номер. Наверное, вот так вот поставлю. YouTube, свитерок. А если вот... Ну да, наверное, так. Будет красным цветом у меня на синей машине. Конечно, ни хрена не смотрится, но ладно. Машина, может, когда-нибудь перекрашу. Ну-ка, что у нас сейчас получится? От 6 до 20 символов. Ага. Тот самый Никитос прибежал. Ага. Этот человек хочет в семью вступить. Сейчас я его приму. Написал мне ВКонтакте. Так, сразу первый ранг даем ему. Хорошо, похоже, цветной номер не получится поставить. Так, донат. Изменение номера, хорошо. Цветной номер у нас не выйдет на машине. Тогда сделаю по-другому. Сколько у меня тут символов идет? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять свитерок. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 8 плюс 9, ну, 18 символов, как раз там решеточка. Но придется ставить обычный номер, а не цветной, ибо не влезает. YouTube, свитерок, хотя, нет, все равно не влезет, поэтому вот так вот пускай будет. И в конце маленькую поставлю. Подтверждаем. Все. Теперь у меня такой красивый номер будет на машине. И надеюсь, меня так будет больше людей находить мой канал, подписываться на него. Кстати, не так давно у меня ровное число было, 1500 подписчиков. Хотел в каком-то из видео это отметить, но как только я это заметил, у меня уже сразу 1600 стало. Сейчас, если я не ошибаюсь, 1660. Давайте добьем к моему дню рождения. У меня день рождения будет 6 декабря, то есть через 2,5 недели. Давайте 2000 набьем. Там осталось чисто 340 человек. Вот 340 человек, подпишитесь на канал, и мне очень будет приятно. Я планирую сразу после дня рождения улучшать свою систему. Возьму чисто новый комп,
буду снимать уже помимо «Криминальной России», то есть я от нее, скорее всего, не уйду, точнее, снимать ее буду, но, возможно, реже, так как планирую снимать, во-первых, современные игры, такие как GTA Online. Давно вообще хотел поиграть в GTA 5 без лагов, потому что сколько я не играл, я играл постоянно там на 20 FPS, самыми плохими настройками графики, и было не особо комфортно. Сейчас же я уже буду снимать в хорошем ультра качестве, поэтому подписывайтесь на канал. У меня, кстати, идет микрофон ко мне. Я заказал на прошлых выходных себе микрофон. И вот-вот со дня на день он должен ко мне прийти. Тоже улучшится качество звука, качество контента. Поэтому подписывайтесь на канал, стараюсь развиваться для вас. Ну а сейчас будет такая коротенькая серия, поэтому приятного просмотра. Хотя кого я на самом деле обманываю? Какая серия с моими крашами вечными? Поэтому я вам просто расскажу, откуда у меня появился вот этот скин работника пиццерии. Ну, начну с того, что вчера днем, уже, наверное, даже ближе к вечеру, я катался на сервере, мне написал мой подписчик, который играл раньше на Амазинге и который уходил с Тамальск. Он сказал, что он владеет бизнесом магазин одежды, который находится в Батрево. Он сказал, что он хорошую прибыль приносит, поэтому купи у меня этот бизнес. Предложил он купить его по ГОСУ, поэтому, недолго думая, я согласился. Где-то за час я заработал на этом бизнесе 125 тысяч примерно. После этого я решил его продать, так как у меня и так с деньгами не все хорошо. А тут еще и у меня конкурс проходит в группе ВКонтакте, ссылочка в описании, естественно. А на конкурс нужны деньги, все-таки денег у меня не так много, к тому же мою вторую машину Ford GT никто не хочет покупать. И я решил продать бизнес. Тут мне пишет член моей семьи. Он сказал, что денег у него нету, но у него есть вот этот скин. Что так колбасит ее? Скин работника пиццерии, который единственный на сервере, и, впрочем, я могу его продать за ту цену, которую сам поставлю. Поэтому я согласился и обменял пиццерию на этот скин. Не знаю, насколько равноценный обмен. Так, а что я сказал? Я сказал пиццерию. Магазин одежды я обменял на скин. На скин работника пиццерии, в принципе, остался доволен. Потом, еще такой момент был, когда я работал в СМИ. Было вчера, так. Что за лаги-то пошли? Вчерашний вечер был, я работал в СМИ. Проверял заявление, прибежал человек в офис. Если я не ошибаюсь, его ник Майкл Граф. Кстати, передаю привет лидеру СМИ Кевину Качалину и еще нескольким десяткам человек, которые просили передать привет. Все-таки я всех вас запомнить не могу. Я и так забываю постоянно передавать приветы, поэтому, наверное, начиная со следующего видео, буду вставлять ваши лучшие комментарии в свои видео. Извините за тавтологию. В общем, неважно. Стоял, я проверял объявление, подбегает человек, вот этот Майкл Граф. Наверное, Майкл Граф или Михаил Граф. Я не помню, честно говоря. Скриншот забыл сделать. Он попросил аптечку, у него было ХП абсолютно на донышке. Поэтому... Ну а как не поделиться-то аптечкой? Дал я ему аптечку, и взамен он дал мне скин. Скин, который... Я на самом деле видел его, кто-то продавал, но я даже не знаю, за сколько он продается. Мне он особо-то и не нужен, поэтому, если вам нужен такой скин, пишите мне, я вам с удовольствием его продам. Итого, я обменял аптечку на скин. Ну, я считаю, это неплохо. Все-таки аптечка стоит там 400 рублей в магазине, скин он куда дороже выйдет. Ну и на этом, наверное, новости заканчиваются. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.
Пока-пока.